Ну что ж, в принципе, буквально чуть-чуть, какие-то даже не минуты, уже, наверное, секунды остаются до начала поединка. Предельно собраны соперники, как вы видите, все формальности соблюдены, удивительные какие. А это специально он обмотал учли, лейкопластырь для того, чтобы... Не скользили ноги. Да. Ну что ж, действенная мера, кстати. Действительно, я очень часто видел, что... Gentlemen, we have finally reached the moment. Your main event for the evening, right here on the Battle of the Belgrade Waterfront. Ladies and gentlemen, your main event for the evening is sanctioned by the Euro-Asian Boxing Parliament for 10 three-minute rounds for the men's vacant EBP Heavyweight Championship title. Your referee judged the action while the battle goes, Holger Wyman. Your three judges scoring the battle ringside from Serbia, Radenko Tadic. From the Czech Republic, Jan Talaki. And finally, from Italy, Gustino Di Giovanni. And overseeing all the action here at ringside, our head supervisor and the president of the Serbian Boxing Federation, Ms. Alina Zecevic. Все европейские судьи. Of 24 fights, 21 wins, 18 of those big wins coming in by way of knockout and two losses. Ladies and gentlemen, presenting the former WBC Latin America heavyweight champion and the current super cruiserweight IBA champion. Super cruiserweight. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome as he fights out of Tampa, Florida, by way of Atlanta, Georgia, to показали его рекорде 21 победа, 18 нокаутов. Хороший такой рекорд. Да. Weighing in officially at 105.1 kgs. Tonight he enters the ring wearing the black trunk with gold trim, holding a pro record of 30 fights under his belt. With 24 fights coming in his favor by victory, with 21 of those big victories coming in by way of knockout and only a singular loss. Ladies and gentlemen, presenting the former IBF world champion and the current WBA Asian cruiserweight champion, дамы и господа, поприветствуем из Владикавказ, Россия, Мурат Арагасиев. Железный Мурат Гасиев. Хорошо выглядит. Хорошо, прекрасно подготовлен. Вот мы говорили про просушку. Да. Он весит не так много, он 100 килограмм, 100 с половиной, да, 102. Значит, будет двигаться. Левый боковой. Очень хочу. С уходом на левую ногу и еще левый снизу. Кстати, надо отдать должное. Ринг-анонсер молодец. Молодец. Хорошо так подготовил публику к тому, что... К тому, что мы сейчас увидим. И вы, дорогие друзья, тоже. Главное не зевать. Главное не зевать, ну, да, не отвлекаться от боя. Чуть фронтально стоит Гасиев по отношению к своему сопернику. Видишь, как поднял левую ручку соперник, потому что знает, что там боковой... очень быстро бьет правый кроссом. Но левая опускается рука, правая рука очень опускается, то, что я замечал на тренировке. Поэтому обманное действие, и левый боковой должен пройти хорошо. Вот так прямо немножко потыкивает, я бы сказал, Мурат своего торопясь. Визави.
И не сказать, чтобы тот спешит развивать какую-то атаку. Ждет, но я думаю, хочет привыкнуть к ударам Мурата Гасиева. Почувствовать на перчатках. Гасиев не торопится. Ну, собственно говоря, как мы и предполагали, торопиться тут особо некуда. Разыгрывается пояс. Раундов много. И вот и все. И здравствуйте, уважаемые друзья. Как ни поднимал, ни пытался, правильнее сказать, свою левую руку Карлаус Уэлч, скорее всего, он проигрывает нокаутом буквально на первых секундах. Нет, это маловероятно. Маловероятно, надо останавливать, конечно. Коротко, что ж, получается, остались мы сегодня с Константином Дзю без работы. Да. Ну, спасибо, Мурат. Удовольствие получили. Я думаю, что те зрители, которые сейчас смотрели, настоящие зрители или настоящие болельщики бокса, получили удовольствие от красивого, хорошего удара. Да. Я уверен, что будет сейчас спекуляция в том, что соперник мешок, что он специально упал. Упал-то не специально. Я просто слышал это очень много раз и хочу сказать, что ни разу не встречал за всю свою карьеру, что кто-то падал специально. Да. Что ж, уважаемые друзья, ну, победа Мурата Гасиева, оглушительная победа. Буквально интересно будет услышать, на какой секунде она произошла, а мы буквально через паузу. Думаешь, ты самый сильный? Думаешь, ты самый быстрый? Может, верный? Или самый умный? Думай о себе, что хочешь. Кто ты, покажет бой. Лига Ставок. Яркие бои в одном приложении. Ну что ж, отсиживается Карлос Уэлч у себя в углу, пытаясь, наверное, понять, что же на самом деле произошло. Мне кажется, он этого удара вообще не видел, потому что на медленном показе было видно, что он настолько четко прошел ему за перчатку, что для него это было полной неожиданностью. Да. Удар не в челюсть, а в висок. Одна из самых таких достойных точек с точки зрения приложения силы. Ну, с дальней руки, причем боковым ударом он бил кружкой. Опять нестандартно. Правый с дальней руки кружкой в висок. Это еще удлиняет. Это соперник позволил подойти на эту дистанцию. Да. Это та дистанция, которую, в общем-то, на которую Гасиеву лучше не подходить. И в самом начале поединка я еще сказал, что он несколько фронтально стоит к сопернику. И Костя тут же добавил, что будем ожидать его любимой правой сбоку. Ну, собственно, мы уже отмечали не раз. Константин Дзю видит наперед. Это огромный опыт боксерский. Это, конечно, проведенные поединки. Поединки, на которых он бывает очень часто гостем. Так что быстро. Ну, я люблю делать анализ. Да. Внутри самого себя понимать. Это, думаю, что это еще пригодится в моей дальнейшей карьере. Конечно, как абсолютно наставника. На самом деле, вот умение предугадывать все, что будет дальше, часто отличает тренера высокого тренера, специалиста, настоящего гуру. Он видит и знает все наперед. Минута 27.